Октябр вибиж ашиж асаат бизберзин апсу инткарат делира дуэла хура азыкчоз агуашпа руака адырти. Анавис дара анапырц вахи тала задры артхуасга шейтетоз импыцапшвей. Майкана хвара вадаю партхуасга зымпыцапшвейна ипсыз игвитаз. Ариты пачтпани яйцейцол зарауэйт анавис би идсанак зараза. Атхуас рахиқа за тапахине и тапызы министри хатапой, а винцгапи ауспар министр Аслан Кубахия, а прокурор хада Нури Тания, а шарцадарат Мадзура Айхабы, Зураб Маргания, а оператив Пусулча. Ачго развитаз а спорт мапала Дейлахан, има на мобилке и мадара, а фототахка. Астхуасская гулан, я напшвелак ахарай соз, а и хахарги жалха захпа. Макяна ища кургулам яри хатара. Подорвался человек, мужчина, лет 35-40. Вот. Визуальный осмотр, уже больше часа работают специалисты, уже видно, что это террорист, который имел при себе бомбу, начиненную поражающими элементами. Я воспользуюсь моментом, хочу обратиться к нашему населению, особенно к жителям города Сухум, быть очень бдительным. Если вы увидите, что где-то посторонние предметы не ломаете, обязательно сообщать правоохранительные структуры. Я обращаюсь к нашим учебным заведениям, там, где очень большое скопление людей, университеты, институты наши. Везде надо быть очень бдительным. Рынок. Я еще раз хочу обратиться к населению. Будьте внимательны и бдительны. Мы сейчас будем проводить очень серьезные оперативные мероприятия. Помощь ваша нам необходима. Не надо сеять панику, но быть внимательным необходимо нам всем. Даурина Пшма Беслан Джинджал, Апсва Телехопшра.